Фонд развития промышленности Московской области провел выездное совещание в коворкинг-центре «Старт». В нем приняли участие предприниматели из 6 районов Подмосковья. На какую помощь могут рассчитывать промышленники, узнал наш корреспондент. Поддержка развития промышленных предприятий – одна из приоритетных задач правительства Московской области. Существует множество программ, направленных на дополнительное финансирование для расширения производства и закупки нового оборудования. В этом году при поддержке правительства был создан Фонд развития промышленности Московской области. Основная его задача – выдача займов под минимальные 5% годовых сроком до 5 лет. Льготная система действует на те предприятия, продукции которых направлены на экспорт или импортозамещение. Сумма займа от 20 до 100 миллионов рублей. На встрече с предпринимателями представитель фонда подробнее рассказал, как осуществляется подача заявки и срок ее рассмотрения. Заявку можно подать на сайте Фонда развития промышленности Московской области через личный кабинет заемщика. Все взаимодействие осуществляется через него. Сроки рассмотрения заявки у нас довольно короткие. То есть изначально потенциальный заемщик подает заявку, мы ее рассматриваем в течение 5 дней, делаем экспресс-оценку. После этого, в случае предварительного одобрения, заемщик готовит комплект документов. Средний срок рассмотрения заявки составляет 2 месяца, все зависит от того, насколько быстро будет подготовлен комплект документов. Далее заявка рассматривается на экспертном совете Фонда развития промышленности Московской области, затем рассматривается экспертным советом Фонда развития промышленности, это федеральный фонд. После этого заемщик может подписать договор и получить финансирование для своего проекта. Заявки подавать можно уже сейчас. За полгода с момента создания фонда желание получить займы изъявили 40 предприятий области, в числе которых Лекинский автобусный завод и Дулевский фарфоровый завод.